господа, добрый день. Мы начинаем следующий матч сегодняшнего дня. Женские команды. Этап мирового тура Moscow Grand Slam. Welcome! FIBB Beach Volleyball World Tour Moscow Grand Slam. Мы приветствуем всех болельщиков на трибунах и начинаем. Позвольте представить вам судейскую команду этого матча. Referees. Первый судья матча. First referee Drago Pesac, Croatia. Хорватия. Второй судья матча, second referee, Скюли Хогенсен, Норвегия. И мы встречаем на площадке команды участники этого матча. Первый выходит команда России, ваше приветствие. Игрок номер один, number one, Надежда Макродузова. Игрок номер два, number two, Дарья Рудых. Поддержите наших девчонок. На площадку выходят их соперники, команда Бразилии. Игрок номер один – Лима! Number one! Number two – Талита! Бразилия! Итак, дорогие друзья, наша поддержка команде России. Команда Бразилии. Их соперники сегодня. Команда Бразилии на этапах в этом сезоне одержала большинство побед на этапах мирового тура в разных странах мира. И вот сегодня они соперники нашим девчонкам. Надежда Макрогузова, Дарья Рудых. Поддержим команду России! Девчонки, не пуха! Отлично!
12.9, технический тайм-аут. Technical тайм-аут. Ну что ж, дорогие друзья, продолжается второй матч сегодняшнего дня. Женские команды Бразилии и России на площадке. Мы поддерживаем команду России. 9.12. Первый сет. Мы дали им по 10 очков, кажется. И вот и набрали 9.
Ты знаешь, для класса вот этих игроков вполне неплохо пока. Я имею в виду бразильянок, конечно. Первый сет. Далее его бить на подачу. Переход линии команды Бразилии. 13-17. Подача команды России. Дарья Рудых. Болельщики поддерживают. Давайте еще. Пожалуйста. Даша, если нужен. Это неплохо. 18-13. Первая партия. Ошибается Лима в атаке. 14-18. Два
нас 14 надо было с пол команды Бразилии. Талита. Четырнадцатый результат первой партии в пользу команды Бразилии. Это второй матч сегодняшнего дня. На всех четырех кортах играют женские команды. Внимание, на второй площадке в эту минуту играют две команды Швейцарии. На третьем корте Аргентина-Бразилия. Третий корт. И на четвертой площадке в эти минуты играет команды Таиланда и Германии. Женские команды на четырех кортах. На первом корте все первые четыре игры сегодняшнего дня играют женские команды. И во всех матчах играют женские команды России. В эту минуту мы поддерживаем, дорогие друзья. Давайте вместе ярче и громче поддерживать команду России. Надежда Макрогузова, Дарья Рудых. Впереди второй сет. И в следующем матче мы ожидаем по расписанию в 10 часов 10 минут российскую команду Александра Моисеева и Екатерина Сырцева. Они сыграют с командой Бразилии Сальгадова. Дорогие друзья, мы приглашаем всех на матчи мирового тура Moscow Grand Slam. Сегодня второй игровой день. Команды играют в группах. Добро пожаловать! Итак, начало второй партии на табло 0-0. Две команды на площадке. Команда Бразилии – Лима, Талита. Команда России – Надежда Макрогузова, Дарья Рудых. Yeah.
26. Технический тайм-аут. Второй сет. Technical тайм-аут. На площадке две команды. Команда России и команда Бразилии. Второй матч сегодняшнего дня. Мы желаем всем хорошего настроения. Мы желаем всем хорошей погоды. И продолжаем наш сегодняшний день. FIVB Beach Volleyball World Tour Moscow Grand Slam. Welcome to Moscow! Добро пожаловать в Москву. Всем привет! Итак, дорогие друзья, завершился технический тайм-аут. И давайте все-таки все, кто присутствует на трибунах, давайте поддержим наших девушек. Команда России. Надежда Макрогузова, Дарья Рудых. Yes!
Итак, дорогие друзья, второй сет. 20-14 на табло. Матч волк-команды Бразилии. Площадки 16-20. Спасибо болельщикам за поддержку. Еще. Бодрее, ярче, громче. Продолжаем борьбу вместе с командой болельщиков России. Завершился этот матч, дамы и господа, 21-17, второй сет и 2-0 победа команды Бразилии. Лима Талита. Мы, конечно же, поддерживаем наших девушек, Надежду Матрагузову, Дарья Рудых. Наши аплодисменты, и команды продолжают игры в группе.